ходе патрулирования на реке Ишим в составе водно-спасательной службы мы, как обычно, проплыли в район газмашинопротуры, в сторону дамбы, вместе со спасательными. На тот момент там было нарушение, люди распивали на лавочках в районе дамбы. Я вышел провести, сошел на берег, вышел провести пробеседу. На тот момент со стороны дамбы бежал человек с криками о помощи. Ну, долго не думая, я побежал за ним. Вместе, прибежав на место, место происшествия, увидев, что человек тонет, я разделся и прыгнул в воду. Проплыв где-то метров 15-20, подплыв к нему, я обхватил его сзади, приподняв, у него были судорожные приступы, у него ноги были синие все. Мужчина долго, оказывается, боролся. Это потом он как мне рассказал, когда я его уже вытащил. Ножами я его вытащил на берег. На берегу у него были рвота у него была сильная. И в шоковом состоянии он был. Тут же позвонил в скорую помощь. До приезда скорой помощи оказал первую медицинскую помощь.